Наш учебный год начнется с 13 сентября, потому что мы организация дополнительного образования. 2 недельки будет у детей для того, чтобы адаптироваться к учебному процессу в школах. Поэтому с 13 сентября мы всех наших ребят ждем здесь, в тех же помещениях. Сколько в общей сложности будет обучающихся? 800 человек. Сегодня мы посмотрели, эти все 800 человек должны разместиться в 3 аудиториях. Да. То есть это какой-то скользящий график обучения? Это разные программы обучения, которые предполагают под собой продолжительность нахождения, в том числе и в аудиториях. Сегодня мы посмотрели, часть оборудования, конечно, находится в аудиториях, часть оборудования нет. И вот, не совсем понятно, где оставшаяся часть оборудования. Вторая часть оборудования есть, она находится на складе, который на сигнализации. Поэтому я туда пропустить физически не могу, потому что я не отвечаю за оборудование. А кто отвечает? С кем можно? Руководитель организации. А руководитель у вас кто непосредственно? Бондаренко Сергей Васильевич. То есть ключи от склада у него? Да. Мы стараемся найти подход к каждому ребенку, индивидуальный подход. Мы не ставим двоек. Мы, как я вижу и видят это преподаватели, вселяем только веру, надежду на успех каждому ребеночку, который приходит к нам.